Сегодня основной и заключительный день голосования по поправкам в Конституцию нашей страны. Но каждый совершеннолетний гражданин России мог отдать свой голос на протяжении всей последней недели, начиная с 25 июня. Так, на участке для голосования, который разместился в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий», проголосовал председатель общественной палаты округа Петр Ульянов. Это очень важный процесс, так как формируется дополнение в основной документ нашей страны. И, конечно же, жители нашего государства, нашего городского округа Люберцы, нашей Московской области должны выразить свое мнение. Одобряют они эти поправки, либо не одобряют. Поддерживают, либо не поддерживают. Если они их поддерживают, то президент дал свое личное слово, он подпишет эти изменения, и они вступят в силу.